Тут представляем котел варочный на 50 литров, кран слива ДУ 50, пульт управления, кран уровня нижний. Это краник для проточного нагрева либо охлаждения. Здесь выходит у нас. Здесь группа безопасности, заливочная воронка. Крышка разбирается на две половинки. Рамка откидывается в сторону на комом соединении. Включаем сетевую кнопку, мощность 5 кВт. И термолетом задаем параметры. Таймер, значит, задаем таймером временные рамки. Включаем таймер. Сейчас на 10 секунд регулируется здесь винтом. Переключается секунды, минуты, часы. Не будет воды, загорится красная лампочка аварии. Включаем блок. То есть один блок 5 кВт. То есть таймер сработал. Мешалка реверсная. То есть регулируется резистором либо быстрее, либо медленней. Так, значит, разбираем поворотный узел в сторону, убираем крышку, откидываем в сторону. Все, котел готов к работе.